Дашка, Дашка, только аккуратней, хорошо? Зинка, Зинка, не упади. Черт, я, кажется, колготки порвала. Все, тихо там, мы начинаем, все. Точно, братья, все? Тихо говорю, все, все. Что за сокровище заключено в человеке? Может быть, красивая внешность, знание и богатство? Но это все относительно. Без этого можно прожить. Шень, иди сюда. А? Сюда иди. Что? Иди сюда, я сказал. Что тебе не нравится опять? Как что? Каждый год одно и то же. Вот первый ведущий, вот второй ведущий, вот мы, здрасте, мы начинаем, да? Надоело. Да что ты предлагаешь? Ну можно же экшена добавить, ведь сегодня такой день, 14 февраля. Обычная встреча одного против десяти. Встречайте! Стоп! Какой рим? Хорошо, хорошо. Что ты предлагаешь? Ну, я не знаю. Ну, может быть, например, как-то так? Ну, покажи. Сегодня одинокое сердце сможет найти свою половинку и обрести душевное спокойствие. Вот этого ты называешь экшеном. Ну да, как-то все равно не то. Не а то. Знаешь почему? Ну почему, почему? Нужно объединить усилия, и тогда у нас все точно получится. Точно? Точно. Ну тогда давай попробуем. Давай. Добрый вечер, леди и джентльмены, дамы и господа. Добро пожаловать на шоу, где есть 10 поводов влюбиться в тайну. Только у нас все по-настоящему. Эта игра без тайн, и все отношения правдивые. А теперь под ваши бурные аплодисменты встречайте нашего героя! И, ну, громче аплодисменты. Здравствуй, Сергей! Ну, вот. Расскажи, как ты... докатился до такого, чтобы участвовать в нашем конкурсе. Составили когда? Почти. Почти. Как это вышло? Как это вышло? Ну это вышло случайно вообще. То есть у тебя... Спонтанно, все спонтанно, да. Решил найти... Попробовать что-то новенькое, хочется, да. Попробовать новенькое, найти девушку себе с помощью этого шоу, да? Я так понимаю. Можно и так сказать. Можно и так сказать. Но ты готов к тому, что произойдет сегодня? Конечно. Ну раз ты готов, тогда мы начинаем! Друзья, сегодня 10 очень симпатичных девушек желают составить себе компанию на романтическом ужине. Туда смотри. Но выбрать нужно только одну. Главное, чтобы ты нашел 10 поводов влюбиться в нее. Знаешь, но сложность в том, что тебе придется выбирать не потому, как она выглядит, а потому, что ты узнаешь о ней. А узнаешь о ней ты сегодня многое. Такое редко бывает на первом свидании. Ну что ж, мы надеемся, ты сегодня сделаешь правильный выбор. Ну а пока позволь рассказать о правилах нашей игры. В каждом раунде одна из этих прекрасных участниц, которых ты не видишь, будет выходить из игры. Останется и пойдет с тобой на ужин только та, чьи 10 посланий не вызовут у тебя никаких сомнений. Кто это будет, решать только тебе. Итак, Сергей готов, зрители готовы. Мы начинаем первый раунд. Первый раунд – талисман. Девушки подготовили свои талисманчики. Я так понимаю, которые или приносят удачу, или приносят счастье, или просто оберегают их в каком-то... Да, может, они приносят им денег много. Много. Так, давай смотреть, что тут у нас есть. Давай начнем с самого начала. Участница под номером один. Где ты участница? Ты туда не смотришь? Нельзя смотреть? Нет.
Участница по номеру один. Есть? Кто участница по номеру один? Никто не показал. Покажите, пожалуйста, руку. Есть. 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 Да. Вот смотри. Что это? Овечка. Овечка? Нет, мне кажется, это просто какой-то клубок с бантиком. А, нет, смотри, овечка. Нет, о, да, есть лицо. Что ты можешь у него сказать? О лице. Не овечка, а лице. Прикольно. Прикольно, да? Ясно. Ну, ты бы носил такой талисман, например? Нет. Чего? Удобно же, он положу, когда пришел. Вот здесь. Нет, а еще, знаешь, это можно как домашнюю игрушку. Ну, собачка такая, знаешь. Вот здесь, да, здесь, да? Хорошо. Так, ну? Первое впечатление, как? Ну? Ну, посмотри, потрогай, пощупай. Может, удобно? Может, вместо подушки? Куда-нибудь на учебу ездишь, в дизеле спишь, удобно постоянно живешь. Маловато же. Маловато, да? Не твой фасон. Хорошо. Давай дальше. Второе, смотри, уже сразу такая интересная коробочка, да? Это типа сразу заново, да? Ну, но тут, да? Вуаля, тут сережки. На, посмотри, можешь померить. Есть такие уже? Нет, сейчас нет. Да, ну, красивые. Прикольные, скорее. С жемчугами даже какие-то. Здесь пусть друзья наши посмотрят. Такие, вау, вообще. Одна знаешь, сколько стоит? Не знаю. Я тоже не знаю. Так, хорошо, что ты рассказал? Что можешь о нем рассказать? Нравится? Ну, необычно просто. Не то, что нравится, просто необычно. Необычно. Хорошо. Так, три. О! Дохлый пес. Дохлый. Но он улыбается. Кстати, сколько? Пару нашли, точно? Серьезно, посмотрите, одинаковая улыбка. Они братья? Может, сестры? Как? Ну вот смотри, тоже очень удобно с ним ходить. Вот это вот никто даже не подумает. Взял собачку и положил, как Стас рассказывал. Да, а знаешь, удобно. Если положить как-нибудь вот так, то вообще можно конкретно спать. Удобство. Значит, их оставляем. Ну я не знаю, я оставляю. Тебе, да, решать. Да. Может, пощупать? Мягкий какой. Может, он что-нибудь говорит, а нет? Он же с песком походу. Нет, не говори, не говори. Может, батарейки сели? Может, все какой-то. Давай, дальше. Пятый. Четвертый. Четвертый, давай, хорошо. Просто животные все. Это. Смотри, стол, наверное, даже. Тоже с шариками. Тоже шарики. Шарик. Действительно колор. Как это? Вспоминаю, я стою. А, зебра. Постоянно. Ну что ты можешь мне рассказать? Короче, смотри, оставляем трех участниц, да? Это нельзя. Тебе будет решать, это все подружка. Это нельзя. Я хороший человек. Как? Так. Нет? Ну пусть пока будет, да? Нет. Так это выбрать одну, которая... Так, тебе не понравится. Сейчас еще дальше. Да, пять. Переходим к пятому. Я милый ангелочек. Ну не особо. Стырочки. Стырочки? Стырочки. Вот дырочки. Вот дырочки. С дырочкой не надо. Он даже улыбается. Покраснел. Смещается. Ангел с дырочкой не надо. Хорошо. Давай дальше. Шесть. Шесть. Это девять. Вот такой вот конь. Конь. Девятый момент. Конь. Девятый или это шестой? Это девятый, точка внизу. Девятый. Приносит счастье. Вот такой конь, запомните, он приносит счастье. Надпись затащила. Это девятый, я понял. Что? Как? Надпись затащила. Да, понятно. Есть еще вот здесь, наверное, шестой будет. Мы сейчас уже давно определились. Нет, давай посмотрим. Подожди, давай до конца досмотрим. Вот да. Тоже да, такая вот штучка. Супер коробочка. Это еще одна коробочка? Я же говорю, да. Там мы не видели? Нет, нормально. Смотри. Там мы не видно. Вот такая вот тоже замечательная цепочка. С жемчугом. Жемчуга! Вот видишь, если они носят за них, удачи там, все, вот это вот прикольно. Ну, это красиво, да. Красиво. Подожди. Номер 8, да, это пенсионер? Это шестой номер был. Шестой? Седьмой. Как седьмой? Вот седьмой. Так я же говорю, возьми седьмой. Седьмой. Смотрел «Голодные игры»? А. Вот тебе Сойка пересмешница. Ну серьезно, там будто... А, это Бусин? Это Бусин. Ну красиво, красиво же. Мило, нежно. Красиво. Еще. Продолжим. Да. Номер 7. А, я знаю, смотри, ля. Где-то тут, короче, я помню. Ну. Короче, дрыщи. Почти похоже. Круто. Я дерзкий. Возьми меня. Нет.
Но это не меня, это же тихо. Так, 9 было. 9 посмотрели. 10. 10. А 10-то нету. А где 10? А где 10? Есть 4. На это смотрели? Нет, мы, собственно, смотрели. Посмотри. Номер 4. Сокс. А-а-а, смотри, тут у нас косяк. А-а-а. Сейчас, секунду, я спрошу. Сокс чей? Чей? Такое чувство, я один раз говорю. Подожди, стой. Чья зебра? Может, ты лучше. Чья зебра? Ага. Ну, сейчас. А сокс чей? А номер? Четвертый. Значит, это 10-й, я так понимаю, да? Да, 10-й. Вот. 10-й номер. Сокс. Сокс. Классная штука. Что, можно сейчас? Штука начала. Ну, и в кармане высишь сразу, удобно. Ну, что ты скажешь нам, дружище? То, что самое больше не понравилось, да? Ну да, надо сделать выбор. Скажи, как? Самое больше не понравилось? Сокс. Почему это? Не понравилось. Как так? Чё, смотри, какая классная штука. Если бы я умею украсть, я просто была сама. Я могу даже так. Это будет талисман. Сейчас могу. Ну и? Сокс. Сокс? Точно. Точно. Подожди, переговоры идут. Что? Говорит, не десятый это. А какой? Без понятия. А чей сокс? Чей сокс? Что? Ну, такая штука. Как еще? Кто нас приносил? Нашли! Это выбывает владелец Сокса. Сейчас это там спускается. Что происходит? Ты готов? Итак, знакомьтесь! Таинственная незнакомка под номером 4. Вот. Ну, смотри, какую красоту теряешь. Уже в самом начале. Ты же там есть кто-нибудь краше. Откуда я знаю? Ну, ты же согласишься, пожалел. Да, я пожалел, честно, я пожалел. Ну, тогда под ваши бурные аплодисменты забирайте вещи. Спасибо. И можете проходить в зал. Потому что сейчас мы плавненько перейдем к следующему конкурсу. А следующий конкурс, второй по счету, у нас называется «Любимый домашний инвентарь». Да. Чистоту и порядок. И вот мы плавненько переходим, пока вот эти вот непонятные люди разберутся, что нужно принести. Нашел! Вот такая вот штука. Вот. Понятно, это друзья? Это точно, это как у этих ментусов, индейцев. Чё? Да? Да, а если вот так, то можно мясо. Я не знаю, честно. Хотя бы вот один, это номер 7, да? Вот ты взял бы себе такую жену, которая бы постоянно... Это моя любимая игрушка. Серега, это моя любимая игрушка. Не боишься меня? Или как? Ну, где ты сегодня был? Итак... Ха! И все. А хотелось бы, конечно. Да? Ну, а если она тебе пришел, ты домой с работы уставший, и так вот мяско на котлеты хера... Тик-тик-тик-тик-тик. А? Нет. Нет. Нет, хорошо. Что? Давай пойдем дальше. Возьмем так, все смотрели. Давай возьмем два. Фэн. Вот то есть у нее 100% есть волосы. Это уже должен быть. Это отлично. Смотри, я смотрю, там есть для выпечки, для там чебак есть. Это хорошо, конечно.
Зато знаешь, ну и что, что я не убираю, ну и что, что я не готовлюсь, зато у меня волосы сухие всегда. А может, это бластер? Нет. Ну, может. Ну, не знаю, как? Это любимый, заметь, любимый. Значит, да. Наверное, девушка, я думал, какой-то маленький для Фина. Я бы больше. Может, у нее короткие волосы? Есть короткие волосы, поэтому должен быть короткий ответ. Плохо, да. Мне не нравится Фин. Хорошо. Давай дальше. Опять же. Возьмем такую штуку. Это плойка, да. Ты что? Знаешь, что это? Да. Я познание. Это можно зажимать так и плоского поцелуда. Опа. Или покурить можно там какой-нибудь. Чтобы мама не унюхала. А еще можно, знаешь что? Противень так вот берешь. Да. Может, она хозяйка тоже? Да. Может, она просто недалекая хозяйка? Аккуратная хозяйка. Аккуратная хозяйка. Это отлично. Силиконовые формочки. Нет, о, да. Сейчас свинку напомню. Это точно. Это рафлеет. Опроси вас. О, можно холодец сделать. Ну, как все? Ну, это уже понятно, что девушка готовит. Да. Да, это хорошо. И готовит кексики. Кексики. Хорошо, да? Классно. Давай дальше. Приятная ночь. Посмотрим дальше. Вот такая вот штучка. О, я знаю, это яички можно так вот. Ну можно. Так вот яичко разрезать. Ну можно. Можно. Но если ты знаешь, смотри, можно здесь разрезать, и будет такая штука, которая собак чешет в голову. Ну, знаешь ты. Я просто на себе чесал. Ладно. Ну тоже классная вещь. Вещь классная, да. Есть, смотри, что у меня есть. Смотри, что. Опа. Парадный выходной костюм. А? Зелененький. С капюшончиком. Тёпленький, потрогай. Коротенький, да? Хотя бы раз. Примерка. О! Я готовлю. Такая. Хотел бы видеть в таком платьице? Вы платьице? Ну, из этого туда. Из этого, да? То есть, чтобы это не голова? Да. Так, что мы еще не взяли? Заценил, да? Да-да-да, нормально. Так. И дверь сразу пропустит дальше, это. Я люблю медведиков. Сразу, то есть без раздумья, да? Да-да-да. И дверь нормально. Что еще у нас? Черпа. Смотри, какой. Черпа. Там положу и на две недели сразу на ёбщик. А еще это, знаешь, ну она, в принципе, большая. Можно как каску? Больше похоже на еврей. Еврей. Ну хорошо, тоже. Значит, готовим? Будете позже готовить. Да, давай. И кухарки сами. Кухарки. Так, полотенце. 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 Она любит мыться, то есть она за чистоту, чисто плотно. Это хорошо, значит. Тоже хорошо, да? Ну тогда смотри. Ты полотенце, это не одно? Нет. Прям 1,9. Нет. У нас есть ясики, но я думаю, что не настолько. Давай, что тебе более не нравится, больше? Ну, медведь проходит, да? Медведь 100% проходит. И я так понимаю, формочки силиконовые тоже проходят. Да. Хорошо. Что у нас остается? Почти ничего, раз медведь и формочки прошли. Не проходит то, чего я не знаю название. Вот эту вот штуку? Да. Блин. Ты не знаешь название этой штуки? Это что? Да, я не часто на кухне бываю. С кем вообще не особо. И только ради того, что ты не знаешь, как это называется, ты? Да. Подожди, стой, а как же томограф? Нет, это нормально. Если я тебе так вот чик, и все, и это нормально? Чик не надо, чик не надо. Ладно, так, ты определился, да? Да. Ну что же, друзья, к сожалению, к нам сюда спускается участница под номером 5. Привет. Привет. Ай-яй-яй-яй-яй, не жалеешь ли? Он сзади стоит, уже пальцы себе ломает. Мне придется сказать, что я. Давайте, можете обняться на прощание. Сначала давай познакомимся. Анастасия, да? Понял? Сергей, Анастасия. Очень приятно. Ну что ж, очень приятно. Я думаю, ты зря выбрал все-таки вот эту... Я не видел.
Ну, я ж не видел. Ну, так вот в этом и заключается наша шоу-программа. Спасибо, Анастасия, можете занять место. Под ваши бурные аплодисменты. А мы продолжаем. Впереди еще 8 раундов, еще 8 раундов. Так что у тебя осталось еще 8 поводов влюбиться. Да, осталось 8 участниц. Но на романтический ужин с тобой пойдет только одна. Одна? И одна из них уйдет в следующем 3-м раунде отсюда, со сцены, или пересядет в зал и будет смотреть наше шоу. Кто это будет, мы сейчас и узнаем. Ну что же, под ваши аплодисменты, 3-й раунд! Кружечка! Вот посмотри, тут кружечки стоят, сразу какая тебе в глаза бросится? Сразу знаешь, чем бы думал? А? Красная кружка, как у меня, и на ней мое любимое число. Она проходит. Ага. Тут бон-то не число. Бон-то число. 10. 10. Она сразу проходит, да? Ну, похоже, как у меня. Выходишь ты такой, полутроу. С такой большой. Нет? Видишь, там ромашки, там же. Да. Как она? Нравится? Нравится. Нет? Нравится? 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 Так, куда? Туда, значит, пока. Да. Здесь, который нравится, туда. Здесь нравится. Туда ставим, да. Нравится. Хорошо. Ромашки проходят, ромашки, цветочки. Ромашки проходят. Белорус. Белорус. Белорус проходит. Дальше без разговора. Следующий. Вот, кривая какая-то. Смотри, шип, овца. Что? Ну это овца. С английского. Шип. Может это шип, рыбий шип? Овца сидит, бьет человек. Овца, да? Нет, ну девушка, я не про овцу. Девушка нормальная, но не овца. Вы же сами меня запутали. Я просто говорю, что здесь шип. Короче, я понимаю, это просто сувенир был. А смотри, цветочки какие-то. Невидимые, да? Невидимые цветочки, это для слепых. Он себя трогать, можно. Как? Классно, что тоже красный, между прочим. Хочешь переклеить 10-й номер сюда? 10 уже не надо, давай 10-й сюда. 8-й сюда. Да? Сюда. Я буду еще на половиночку, да? Да. Со страсиками, дорогие. Девушка. Со страсиками? Со страсиками. Вот смотри, ты, наши зрители посмотрят. Видишь, она тоже сидит, читает книгу и пьет. И пьет. Что? Какая вам? Какао, 100%. Или разговор. Репорта, да? Нет, это какао. Посмотри, там уже видно. Там даже написано, да? Как? Нравится тебе? Нравится? Нравится. Нравится, да? То есть не в том смысле она мне нравится? Кружечка для девочек. Симпатичная. Ты бы пил из нее какао? Нет. Нет? Почему? Она женская какая-то. Ага. Ну, я бы хорошо. То есть она нравится? Да, она нравится. Ставим себя. Так. Номер 7. Смотри, тут с лошадями, с розами. Смотри, какая мускулистая лошадь. Может, там такая же участница? Не знаю. Ну как, нравится же? Ну нормально. Чё? Ферма, давайте ставим её туда. Туда, сразу же. О, сюда. Смотри, какой полненький. Не, вот эта вот белая, да, самая больше нравится, если честно. Рисовано. Солнышко, значит, рисовано. Заряжает положительно. Круто. Отлично. Полненькая такая, красивая. Как бочок. Можно пиво и тебе пить. Да ты с любом уровнем. Как писька будет, знаешь, что знали. О, смотри. Сердежка и написано. Вот, по-английски. Как раз как в сегодняшний день, знаешь, так символично. И номер первый. Вообще просто супер. Супер. Грязно? Конечно, супер. Давайте ее пропустим как. Пропустим, пропустим, да? Куда дальше? Так, все, кружки у нас закончились. Все проходят, что ли? Нет. Ну, давай определяться. Не проходит номер 8. Номер 8. Чем тебе нравится овца? Слово не нравится. Хорошо. Давай ласково. Овечка. Овчинка. Овечечка. Ну, нормально же. Нет. Между прочим, сейчас кого-то
Овцы, так я же говорю, это, скорее всего, был как раз у них на Новый год. То есть кружки не больше 2 месяца. Новая. Я тебе отвечаю, бери. Только с завода. Нет. Ну, хорошо, так хорошо. Евгений, гласи приговор. К нам спускается хозяйка овцы номер 8. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Юля. Почему овцу с собой принесла? Символ этого года. Ну, мы угадали, между прочим. Ну. Май, жалеешь? Да все, он уже язык покусился. Он сам все такой думает, блин, сейчас остаются там самые никакие. К концу программы вообще спрыгнет со сцены головой вниз. Да что я натворил? Че, да. Ну что ж, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты продолжаем. Вот. Ты говори пока, я забыл. Да, зачем я тебе писал вот эти наборы букв? Хорошо, а мы продолжаем, и впереди 4-й раунд. Готов продолжать? Тогда идем дальше. Конечно. Спасибо. Музыка, пожалуйста, 4-й раунд. Вот смотри. Спасибо. Вот смотри. У нас осталось всего 7 принцесс. И у них... Они отдают предпочтение разным ароматам, да? Сейчас у тебя вот одно из сложнейших заданий. Что понюхать? Все понюхать. Смотрел парфюмер? Фильм? Да. Да? Не бойся, в конце не сидят. Давай начнем. Сложность заключается в чем? У нас, короче, не нашлось кофе. Ну ты же знаешь, что там понюхал духи, надо понюхать кофе, чтобы там запах, да? Залитые волосы. И мало только кофе, и чай закончился. Поэтому придется так, идти вот так. Ну что, давай, давай сначала попробуем на этот, на взгляд, что тебе нравится. Какая формочка? На взгляд, что нравится? Давай пока на взгляд. Самое маленькое, аккуратно нравится. Перепись водорода, вот тебе не нравится. Что? Перепись водорода. Ну, как бутылочка такая перепись. Нет, ты смотри, она же жидкая какая-то сильная. А перепись не жидкая водорода? А там непрозрачная. Прозрачная? Да, мутная. Мутная. Давай. Вот это, короче, тебе вот это. Да. Делис. Классик коллекшн. Много ему это сказал. Оооо, это что? Классик коллекшн. Это мы разбирается в ангельской море. Ну что, будешь нюхать? Конечно. А я что? Какие аромат? Обжавшие. Как? Как нравится? Так отдают хорошо. Отдают хорошо. Короче, он танцует. Так накидает. Я вот не думаю, наверное. Так, значит, и туда, туда. Да, проходим. Ага. Ну, давай дальше. По форме. Выбирай. А это тоже духи вот это? Да. Наверное, я же не справился. Давай возьмем. Может, там и спирт? Их впрыскивать может нужно. Пить можно понюхать? Ну, конечно. Знаю. Не похоже на духи. Это цветущая сакура. Лосьон спрей для тела. Ок. Не понял, что ли? Время. Как? Лепестки сакуры, падающие с дерева. Слышал, как это? Пожалуйста. Нормально отдает. Нормально. Запах нормальный. Выше? Господи. Куда его? Больше меня нюхает. Ну, я уже нанюхаю. Работа такая. Куда его? Не знаю, брать ее вот сюда поставлю. Посередине, вот центр. Так, хорошо. Идем дальше. Эклад. Викенд. Арифлой. Арифлой?
Ну, скажи, да, он знает, что такое рефлемиться. Да. Много пшикнул. Слушай, я такой сразу чувствую лето, спир, бабочки, пляж и духи. Да. То же самое чувствую, просто не может быть. Ты правильно подметил. Как? То есть, нормально. То есть, да. Ну, это да. Это да. Это да. Это да. Да. Вот я бы это только взял по квартиру. Приколу. Мне форма не нравится. Почему? Тебе не нравится? Не нравится. Хотел бы, давайте пусть. Хорошо, давай. О, видишь? Вот достал, да, сразу граната такая. Лови. Отдай девушку. А вот с этим? А до этого? Не брать. До этого ткнул. Вот шляпа. Вот гном, вот шляпа. Это не гном. Ты сагоники, сагоники. Это духи, это похоже. Это духи. Нюхать будешь? Может, пропустим его? Не, вообще вкуснее. Давай. Мужик сказал, мужик понюхал. Промазал немножко. Да. Ну, это да, ты сам согласишься с мной. Пожалуйста. Я почему-то по апельсину немножко покупать не хочу, да? Ты тоже там не хочешь? Викторина! Куда это, кстати? В серединку или... Нет, не в серединку. В минус, хорошо. Да. Вот эти вот, я бы так бы сказал, да. Вообще ничего не чувствую. Тоже очень хорошее, знаешь как? Хал Фрид. Хал что? Хал Фрид. Как Half-Life только, Хал Фрид. Хохольские, да? Как польские, только хохольские. Я сейчас тоже, наверное, много дал. Слишком много дал. Десятка. Перебор. Нет, даже все, что ты сам до конца доведешь, я уже немножко пока поспать. На веселе. Ну, понятно, немножко поспать. Немножко пока. Роман, все, хочется петь. Ну как? Отлично. Все, пришел, все. Нюхал. Что у нас? Это про Кроби, да. Понятно, видишь, как я умею говорить. Я тебе сам не понимаю. Да, я тебе уговорил уже. Тоже что-то мечтал. Мужики все. Че на руку так часто меняет все углы? Литье! Почти как питье. Да, литье. Литье? Будь уехать с питьем. Я, по-моему, не было написано что-то. Нет, я лучше разбираюсь. Я же немецкий учил, тут по-английски написано. Мулаточки сразу такие, знаешь, шоколадные мулаточки. На пляже. На пляже нет? Хочешь мулаточку? Да. Воздушную. Воздушную мулаточку. Легкая на подъем. Не, ну это тоже. Вкусно. Тоже, да? Вкусно. Вечерок у нас сегодня будет нормальный. Сегодня все мы были черные с нами. Да, да. Да. Кто вам сказал, как это мамба? 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 Где мамба? Точнее мамба. Как она? Жидкая мамба. Так она нормально. То есть нормально, да? То есть... Так, то есть да, или есть или серединка? Нет, нет. Туда. Туда. Смотри, что я выбираю. Два варианта. Либо, короче, викторинка. Я не буду собирать. Либо натуральнис. Либо натуральнис викторинка. Я могу беру просто по форме. Вот эти. Нет. Эти минусуем, да? Гласи минус. Вердикт. А нет, не минус. Там все действует. Вот оно. Я все понял. Ты хочешь десяточку, да, выиграть? Да. Так ты же не знаешь, какие... Ну ладно, давайте. А что ты сразу такой меняешь? У тебя нет своего мнения, что ли? Есть. Вот этот. А вот этот? Нет, это там уже. Да, там уже. Так что ты решаешь? Так это духи. Я не знаю. Может, это спирт? Ну, знаешь, так спрашивают. Так это духи. Знаешь, это духи. Их письмо можно? С пятерой там нет. У меня одна дикая история. Какая? На дне рождения как-то я выпил одеколон Саша. Не пейте одеколон Саша. Поверьте.
Не вкусно или как? Они-то вкусные. Последствия плохие. Так что ты решил? 20-10. Что, убираем или оставляем? Убираем 10. Убираем 10, хорошо. Так это что, любимый номер? Не важно. Хорошо. Только ради формы. Хорошо. Ладно, к сожалению, нам под ваши аплодисменты спускается участница под номером 10. Здрасте. Как вас зовут? Настя. Почему такие духи выбора? Они мне нравятся. Он даже, наверное, не юг, он просто покормил. Я ничего не пил. Ты ничего не пил? Нет. Не знаю, мне нравятся такие примеры. А? Да. Ну, только, к сожалению, Какие мне нравятся? А это я уже расскажу 14 февраля 2016 году, если я буду участвовать. Ну, участвуйте. Ну, не знаю. Спасибо. Виктория называется Духи, это Анастасия. А, Виктория, это была Виктория Духи, это была Викторина. Спасибо, под ваши аплодисменты, Анастасия. Присаживайся в зал. Программа «10 поводов влюбиться» продолжается. Чем больше наш герой узнает своих избранниц, тем меньше их остается. Мы переходим к 5-му раунду. Вот знаете, очень много людей при встрече обращают внимание на обувь. Именно в обуви можно очень много чего рассказать о совсем незнакомом человеке. Почти новое, да? Отлично. И вот мы решили тебе немножечко помочь, подсказать, чтобы ты более узнал, представил, какая девушка носит такую обувь. Ну, ты понял, вообще, что следующий конкурс – это конкурс «Любимая обувь». Начнем. С чего начнем? Когда она пришла, она говорит, блин, так как-то неудобно, то ли холодно, то ли в бале сережу вот этот лицо. Ну, не знаю, как тебе такая штука? Ну, посмотри, они новые, стабильно. А не, ходили один раз точно. Да вот еще ценник есть. Зато, знаешь, честно могу сказать, наверное, мне так кажется, если на воду положить, он будет плавать. Маленький можно, знаешь, корабль. Да. Ну, как тебе? Смотри, цветочек есть. Цветочек или нет? Каблучок есть. Размер. Размер. 588. А нет, выше 38. 38. 38. Нормально. Почти как Золушка. Почти. Какой Золушка? Такой. Ну как? Пускай такой, ну нормально. Летний вариант такой. Ну, нормально, так? То есть... Скоро же лето. А, скоро лето. А ты не будешь чувствовать себя некомфортно, если пойдете в ресторан, она будет в этом идти? Давайте в центр положим. Переубедил, да? Давай дальше. Что мы возьмем? Ну, давай возьмем вот высокий ботинок, не знаю. Туфель. Туфель. Туфлё. Называй как хочешь. Вот как ты думаешь, какая девушка носит вот эти туфли? Блондинка, брюнетка. Нет? Скорее блондинка. Почему? Нет. Почему? Ну, кажется так. Ну, не знаю. А вдруг какая-нибудь пышногрудая девушка с зелеными волосами носит? Ты об этом не думал? Нет. Нет, конечно. Ты уверен, что... Ну, что зеленым я уверен. Ну, не знаю. Ну, так... вот это могла носить. Слушай, да ими ж можно гвозди забивать! Очень удобно. Так есть же молоток. А если нет? Есть. Ну что, решаем? Нет, это проходит. Проходит. Аккуратно же сходит, еще нет. Аккуратно, ходит нормально. Давай, Кет. Кет, такой стильный, модный, молодежный. Да.
30 лет, я разумею. Кстати. Ну ты маломерка, она из Китая. 36 лет, 37. Как, вы молодежный, нет? Туфли как-то больше нравится. Чего? Она идет в байке, в капюшоне и в туфлях? Это блокад, как ты в спортивных штанах. Она так ходит? Ну, не знаю. Или на тренировку ей ходить, если она там спортивная. Да. Бегунья. Бегунья. Вот, к примеру, она выиграла чемпионат Европы в объеме вот в этих кедах. А? Я, знаешь, если бы я выиграл в таких кедах чемпионат мира по бегу. Европа, Европа. Да? Блин. То что? Не знаю, мысли кончились. Ну, все будет. Как? Ну, наверное, или... такая вот она говорит, давай тю-тю-тю. Или спортсменка. Думаю, не спортсменка. Значит, может, тю-тю-тю. Может быть, тю-тю-тю спортсменка? Да. Тю-тю-тю спортсменка, да. А может, просто она любит такой вот стиль. Что-то мы много времени уделяем кеду. Мне нравится кед. Ты... Я открою тебе маленькую тайну. В этом кеде Женя пришел на работу. Одно. Как это сказал? Давай, что с ним делаем? На середину положим. Ложи на середину. Да. Так. О, это же на голову, я тебе отвечаю. Стоп, удоб. Чего? Или у него просто здесь нет носа? Что нет носа? Ну вот. Красненький должен быть такой. Ну яркие, смешные, веселые. Забавные, нету, не хватило кожи. Нет, даже, ну я же говорю, Ну веселые такие. Ну да, веселые. И? Не, высоко, да? Вот настолько она ниже. Может быть, не знаю. Так что, мне известно. И? Тебе известно? Тебе известно, но мне нет. Да я сам там никого не вижу. Ну что? Что? Нормальный бот? Нормальный бот? Да. Нормальный? Красиво. Маловато. Не подходит. Что решаем? Что решаем? Проходим. Проходим. Вот. Хорошо, хорошо. Ты сюда. Давай. Ну давай. Проходим. Потому что он такой же? Ну да. Они... Что думать? У них разный зад. Видишь? Что ты говоришь? Ну, сзади разные. Не другое. Разные. Проходите, да? Да, другое. Хорошо. Давай дальше. Еще осталось. А это? Это носки. Нет, это джезовок. Посмотри, можно даже играть с этими, с детишками. О! Это профессиональная танцевальная Нет, заявляю тебе как хореограф. Я просто как бы... Смотрел этот фильм, где летали такие и ели там этот асфальт? Ты смотрел? Я не помню просто, как он называется. Вызовите скорую. Не, ну если танцы, то это хорошо. Танцы? Это проходит, да. Дай посмотрю. Ну да, аккуратные, целые. А есть 42-й такой же? Надо просто тоже. Ну, честно? Даже немножко? Да. Нет, не немножко. Можно перевесить. Да, нормально, да? Расставляю? Да. Хорошо. И значит... Что мне взять? Кеды. Вот этот сланец под пузи. Или вот эти кеды, которые там нет. Кеды. Ну смотри, зато летом, допустим, она будет идти в этих сланцах, такая плыть. И у нее нога потеть практически не будет. Что ты решаешь? Я решаю, что кед уходит. Кед уходит? Уйдет. Уйдет? А если здесь будут грязные ноги? И все будут видеть на самом деле.
Так вы же закроете гелевили, если... Не будет чисто, пожалуй. Два очки. Вот это оставляем. Да. Это последнее решение. Да. Грязные руки. Хорошо, оставляем. Итак, к сожалению, участница под номером 3 спускается к нам. Под ваши же аплодисменты. А мы тебе говорим почти про зеленые волосы, понял? Это был толкий намек. Как тебя зовут? Настя, Настя. Настя, ты, у тебя такой стиль или ты занимаешься? Чем? Такой стиль именно, да? Тебе не нравится такой стиль, да? Нет. Ух ты, ушла пока. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Под ваши же аплодисменты. Алло, это милиция. Мы переходим. Алло, милиция. Заберите тут у него навешенного одного. Следующего конкурса. Поехали. У нас осталось 6 поводов влюбиться. Шестой раунд. Продолжаем. Головной убор. О, смотри, я сразу такой. Я знал, что его звучит так, а вы на это. Откуда ты знал? Казалось бы. По цвету как бы. Я пошел ночью. Я тебе отвечаю. Смотри, что? Смотри, что? Вдал? Мне голова большая. Беда бедная. Ну, разве что, если так хотите, то она не хватит. А? Где-то должен быть шнурок, наверное. Да нет, все шнурок. Да, я понял. Вот, так, что там было. Да, я тебе отвечаю. Я тебе говорю. Да. Вот есть. Ну, это так. Зато тепло. Да даже подруга на мокрой с улицы снег шел. А нет, это просто постирало. И тысяча. А нет. Да, давай. Точно шапка? Это же хоккейная ракушка! Не звать эту ракушку. Ясно? Ну что? С чего начнем? Давай, возьмем воды. Смотри, ножа крокодила. Здесь еще осталось поехать на мир, убить крокодилов, и здесь такие зубы, такие чик-чик-чик-чик. Понимаешь? Это не так легко. Не так легко, да? То есть тебе нравится? Ну, оригинально просто. Хотим бы в театр, например. Пришел в театр, смотришь, мастер Маргарита с такой шляпой. Нет? Нет. Почему? Нет, просто нет. Ну, то есть тебе нравится это, да? Ну, конечно, нравится. Да, хорошо, переходим тогда к этому пляжному варианту. Тебе таки оно и нравится, но... Я у мамы часто такую беру носить. Я... Удобно, знаешь, вроде и тень не попадает, и лица не видно. И вроде с дырочками. Федор, ты же подтвердишь, что я ходил в такой шапке? Да, да, да. Подставной. Ну, классная шапка на самом деле. И воздух поступает. А зачем воздух? Кто? Зачем воздух? Голова. Ну, что же, волосы дышать? Ты разбираешься? В голос дышать. Ну? А еще можно, смотри, сюда хлеб, батон, молоко и... Ну, хорошая. Удобная вещь. Практическая такая. Практичная. Удобная, да. Класс. И? Белая, чистая, новая, значит. А? Шляпа. Окей. Шляпа к шляпе. Давай, помоги. Нет, давай. Ляпка с бубенчиком. Смотри, точно. И делай так. Да? Точно. Ну что? Зато тепло, на самом деле. И настроение себе поднимает. Ну да, прикольно. Куда я иду? Шляпа. Шляпа? Да. Ну, переходим к этой чудо-шляпке. Ну, она, во-первых, она... Чудо-шляпка. Интересная.
Здесь есть куриные перья, стразы. То есть с ней не стыдно будет сходить в театр. На скачки. Ну или просто куда-нибудь с ней сходить. Будет не стыдно, это с тобой шляпа. Ну, это шляпа. Наверное. Ну, наверное, это шляпа, да. Куда? На центр ее. Хорошо. Юленьки пулечка! Кипуля нормально. Да? Ну, а тебя? А тебя как? Не, нормально, мам. Ну, если нормалёк. Куда это? Значит, к шляпам. К шляпам? А это куда? Это тоже к шляпам. Ну ладно, вставай. Ну почему? Чем тебе не нравится девушка? А вдруг она теннисистка? Так я же её беру к шляпам. А, ну я понял. Чем тебе не нравится эта штука? Вдруг она... Да что, кровь? Да, да, ну это кровь. Она фанатка. Она фанатка, точно. Но ведь это тоже хорошо. Ведь такая вот мазель. Красиво. Давай репетнем. Кто таким будешь? Ладно. А вот здесь вот находится наша молодежка. Там сбился. Ну что? Что? Тоже туда шляпу. Что убираем тогда? Давай по-новому. Давай еще. Убираем шапку. Почему? Вот эту? Вот эту? Тебе красиво смотрится, значит. Вот не моя. Оставим, попросим тебя подарок. Значит, уберем. Что? Непонятную штуку. Это ж... Это окончательно это? Да. Друзья, нам спускается участница под номером 9. Как тебя зовут? Лиза. Что это такое? Шляпа. Я же говорил, дело шляпа. Она так и называется, шляпа, да? Ты ее носишь? А куда ты ее одевала? На свадьбу. На голову. На голову свадьбы. Да. Ну, видишь, к сожалению, Сергею не понравилось, и он решил, что не надо она такая. Спасибо. Подборные аплодисменты провожаем. Слава. Итак. У нас осталось 6 поводов влюбиться. 4. 4? Ну, 4. Подсказка сзади. Где хотят? Самый, честно, самый мой любимый раунд, 7-й раунд, это мир в дамской сумочке. Так а почему это самый любимый? Я очень люблю лазить по женским сумочкам, пока никто не видит и пока не посадили. Ну тогда под очень громкую музыку и ваши аплодисменты сумочки. Пожалуйста. Чего? Единственный раз в жизни тебе разрешено залезть в этот ад! Начнем с Зеда. Зеда? Да, маленький. Маленький сейчас. Смотри, она даже, видишь, ручка не закрывается, это же настолько на это. Давай смотреть, дай ему. Где айфон здесь? А, отвечай на его. Давай. Давай. Ищи точно айфон. Давай, короче, можно выложить пока что. Давай. Что, вы получали? Высыпай. Конечно.
Степан? Да. Сто сотрудник. Да ты смеешь. Серебро. Нет, это вешается. Мы из серебра. Это кошелек. Хорошо. Смотри. Тут нету ничего, видишь? Закончилось. Серебро и нет помады. Зато видно, что пальчиком вот так вот делали. Что? Пальчиком делали это. Короче, можно было. Зато у тебя чистая линия. Чистая линия у тебя. И не будет эти губы обедриваться. Да. Флеха. Насколько? Восьмиеговая. И что? Жарно. Это жмем. Ну, не знаю. Хорошая флешка. Ну, типа не пальцы. Богатая, на 8 гигов, это много. У меня на 4, это много. Давай сюда. Салфетка. Салфетка, она палец потом вытирала после помады. Просто сказал, ну, что ты смотришь. Замолчи. Мало ли, для чего еще салфетку нужно? Для чего еще нужно салфетку? Можно лоб от пота вытирать. Зимой. Минус 30. Что дальше? Нюхай, лак. Лак? За 15 рублей. В смысле? 15 рублей? 15 тысяч. Там тут ценник от плетьбол. Нет. Пользовались уже. 15 тысяч раз пользовались. Да, 15 тысяч раз пользовались. Значит, ты можешь узнать, какие ногти у меня сейчас. Ну, я так надеюсь. Может, она пишет у тебя обманывать с самозелёными. Ну, подсказочка небольшая есть. Я ей говорил, что она может обмануть. Гадай. Вот еще один лак. У нее два цвета. Один белый, второй белый. Я понял. Карточка. Заметь, ей можно кое-где пользоваться без пин-кода, так что можно брать iPhone и карточку и потихонечку уходить. Без пин-кода, без пин-кода? Нет. А это визы. Да, вообще по-вашему. Да, это хорошо. Спокойно. Сейчас сама. О! Секрет. Два сердца. Как раз сегодняшний будет сердечко. Да? Да. Что не справится? Туш. Спорим на 500 рублей, что не подведешь себе. А, нет. Готов. Ну и самое главное. Айфон. Блокировка стоит? Не-не-не, не надо. Она там разостанет. Айфон, да. Ну, не почему? Ну, айфон есть. Есть айфон. Но есть чумочка. Нет-нет, ты, да, ты айфон получишь. Вряд ли я получу айфона. Чего? Повстречаешься с Егодим. Подарит себе новый. А? Это была первая сумочка, да? Да, это была первая сумочка. Самая маленькая. Чего? Смотри, сумочку сразу за тебя не было. Классно, да? Можно массаж головы делать. Нормально. Ну классно. Прикольно. Куда ее ложим? Кажется, это туда. Бумажка. Нужен айфон есть. Я боюсь это вообще пробовать. Давай я в конце. Давай. Ну такая, средненькая, не сильно тяжелая. Как портфельчик такой еще. Понес. Открывать? Пока. А вот. Прошу высыпать. Да, все высыпать. Яй. Я-я-я. Ну давай смотреть. Может понюхать тоже? Щелдухи даже. Да, тут же щелдухи. Какая-то сильная да игривая. Там еще где-то есть подобные карманчики. Отвечаю, есть, но я не могу за них добраться. Опа! Офигеть! Что? Ключи от машины. Это ПРС? Не знаю, тут поблагодарить все. Давай. Давай, зашли. Вкусно пахнет, значит. Лицо. Вкусно пахнет. И что здесь? Вкусно пахнет. Давай. Зарядка. То есть у нее есть уже телефон, я думаю. Вот он лежит. Где мы? Вон. Это зеркало, вон он. Мы живем в мире нанотехнологии. Сейчас можно звонить и по зеркалу. Дура. Зарядка. Да если написано, может, это человек? От Samsung. Стой.
меня у Нокия такая. У меня у Кости уже вот такая. Понял? Давай дальше. Наушник. То есть она слушает музыку. Котик слушает музыку. Значит, на самом деле это уже хорошо, что она хоть не глухая. Да? Да, конечно. Замечательно, да? Кладем дальше. Это штука. Это штука. Еще, наверное, много. Это же ни разу не открывалось. Пускай это будет ящик Пандоры. Ящик. Черная шкатулка. Что в черной шкатулке? Это тень. Кто-то сказал из зала. Это тени, кто-то сказал из зала. Вот, видел? Хватит. Не новые, не будем. Нет, здесь спать. Уже поиск. Светишь? И вот здесь. Тени есть. То есть она с глазами. С глазами, не глухая. Глухая, да. И ключи. Исключение куда? Зеркало. Значит, она смотрится, значит, не слепая. А ну мы говорили, что она с глазами. Подожди, здесь что? Зачем такая штука? Там еще телефон, я же тебе говорю. Нет здесь телефона. Зеркало. Тушь такая же, наверное, как была в этом, нет? По-моему. Нет. Не такая. Ну ладно. Тушь. Эта штука такая классная. А, это губы, наверное. Откуда, слушай, ты все знаешь? А я не все. А я не все знаю. Ну и ключики. И ключи. С Черным морем. Это ключ от Черного моря. И ключика. Это от квартиры ключи. То есть есть в квартире не бомж. Не бомж. Не бомж. Живет в квартире. Тоже хорошая сумочка, да? Куда ее? Куда ее? Туда. Да. Берем. Вообще легкая, но чувствую там вещей. Сумочка. А в ней сумочка, а в сумочке еще сумочка. Ты не поверишь. Она пустая? Все. Это хорошо. А не будет. Да что больше нужно, не знаешь, что? Главное, что она красивая была. И салфетки влажные, салфетки влажные. Зеркал нету, да? Смотри. Почти, наверное, есть. Все она. Еще она? Ну все она. Есть, видишь? Есть. Ну, и везде есть зеркало. Может, что-то полетело. Спонжик. Молодцы. Тушь, этот парень знает все. Я тоже буду думать. Тушь, помада. О, я. Гигиеническая. И еще что-то. Питательный крем там. Хорошо, что здесь мало. Что? Хорошо, что мало. Здесь мало. Куда еще? Куда давай определимся? Тоже туда. Тоже туда. Самое. Все, до утра, походу, просто. Может, не будем из этой спать? Штучка, да. Это штучка. Я просто не знаю, почему. Ручка. Может писать, есть руки. Пишет пальцы. Есть волосы. Тушь. Ложим в сторону. Заметил, все без денег ходят. Вот, и чтобы влагу впитывала штучка. Все без денег, все деньги ушли на косметику. Блокнот. Там написано что? Есть почерк. Или? Подсмотри. Есть слова на английском языке. Умная. Чё ты ничего не показывает? Проклятие мумий книжка. То есть любит. Читать любит, да? Египтян любит. Мёртвых. Мёртвых египтян. Лариса Николаевна здесь какая-то есть, можно позвонить. Давай позвоним. Ну что, давай, пожалуй, сложим вещички. Я думал, что больше здесь будет такая массивная. А ты все карманы просто? Нет. Пустота. Бери с ума, смотри, что какая. ЛЖ. Сумка, телевизор. Нет, это ЛЖ. ЛД, это как сигарета. Сука, ЛД близко. Пускай лучше будет ЛЖ. Хорошо.
Ну что? Все для себя. Куда? Туда же. Туда же, да. Ну давай тогда решим, какую мы берем. Давай, выбирай. Самую первую. Самую первую? Да. Ну, кошелек. Чем тебе не нравится кошелек? Ты здесь iPhone B? Да. Не подумал, да? Сказал. Нет, все равно это. Ну, убираем iPhone, да? Да. Там с Nokia было, то добро, Нет, там я зарад... А, я понял! Да. У Игу Е Nokia, у вас зарадки. Где-то тут Е Nokia, ну, зарадка от Nokia. Точно. И поэтому мы играем. Ну что, остановимся на этом варианте? 100%. А ваши аплодисменты к нам спускается участница по номеру 2. Привет. А где робишь? Где работаешь? Откуда iPhone? Куда? Родители, подарили. Да! Чьи? Чьи? Да! Ну, видишь, Сергей не понравилась сумочка, к сожалению. Присаживайся в зал и наблюдай дальше. Спасибо большое за внимание. Осталось чуть-чуть. Я понимаю, нервы на пределе, жарко даже расстегнулся. Но еще чуть-чуть. Итак, дорогие друзья, Сергей, 8-й раунд, необитаемый остров. Вот мы предложили девушкам собрать три вещи, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров. И сейчас будем смотреть, что за три вещи будет. Начнем с шоке. Начнем с чего? С шоке. Ты рискнял. С собой попадайтесь. Давай попробуем. Ты скажешь, работает или не работает? Нет. А зачем? Просто подумай, зачем фонарик? Зачем фонарик на необитаемом острове ночью? Ночью на охоту ходить с фонариками или что? А? Не может быть, чтобы жарить курицу? Сребить зверей. Просто фонарик? Намек просто фонарик. Но это фонарик. Это не просто фонарик. Хорошо. Спички. Ну это, конечно, нужная вещь. Спички. Да. Борисовские. Плохо, что не полная игровка. Видно, уже была на необитаемом острове. Вернулась. Нет, вот видишь, три вещи три раза тут попользовалась. Была уже на острове. Вернулась. И, я так понимаю, это аптечка. Здесь есть салфетка. Таблетки. Духи, про которые я говорил. И похоже. Да. Есть селенка, есть йод, парацетамол, вата, салфетки. И, в принципе, все, что нужно, все, да? Все, что нужно. Хорошо, только все, где нож взять? Камни выбивать. Да? Ну как ты? Не, я просто так спросил. Ну, то есть хорошие вещи, которые понадобятся, да, в этом? Оставляем. На необитаемом месте. Не оставляем. На центр. На центр. База сорвалась. Сзади база сорвалась. Бедняга. Центр. Хорошо. Давай тогда это возьмем. Да. Что за старый век? Зачем спички? Опачки? Все. Ля, это не просто зажигалка. Это зажигалка с фонариком. Видел, как сразу? Там уже еще где-нибудь ножик достается. Нет? Мало ли. А это что такое? А? Мачете? Ну да, по ноге. Вот это тоже, это хорошо, его тоже можно привязать на эту, на брошенную палку. Да? Косить можно даже красавцу. Зачем на острове крестить?
знаю, красиво себе сделать следом. Уважай. Спасибо. Нет? Ну тоже, но все равно нужно что-то. И плед, и плед. Блин, ну это чтобы укрываться, чтобы тепло было, если ты не понимаешь. Да? Тепло? Тоже хороший или нехороший? А если, знаешь, если, короче, дрова не разжигаются, можно разжечь в плед и греться. И накрыться. А как тебе? Греться не будет. Будет тепло. Очень, наверное. Остановим. Не пробую. Попробуем? Нет, потом. Скажи, какие, Сергей, ты бы лучше вещи взял, наверное? На ебедай мозг. Лично свои обязательно, да? Да, вот три самые нужные вещи. Катер. Катер? Катер. Ты что тут? Шел с катером на плечо. Если так, да, то я согласен с зажигалкой. Угу. С ножом тоже сейчас согласен. Нож, зажигалка. А поднос это они, да? Нет, поднос это просто принесли. Вот так вот взяли и принесли на подносе. Это не считается. Это наш косяк. Забей. Что еще? Третья вещь, которую ты взял? Аптечку взял бы. Аптечку. Ну хорошо, так, хорошо. Куда ложим его? На центр тоже. Центр. Что ж третья есть, да? Да. Так, смотри, значит, очки. Очки. Супер-мега вещь. Нож, открывашка, наверное, еще есть. Нет, это просто. Просто нож. Чувствую. Братно. Просто чуть-чуть взял. Нет, что-то, наверное, это... Короче, неудобный нож. Очки и спичечки. Неплохо набор. То есть, дай покажу. Дай. Да зачем тебе нерабочий нож? Такая вся воительница амазонка. Здесь спички и огниво, здесь нож. И она, короче, такая порежу. Хорошо, не хорошо? Ну, это та же жена, что вы рассказывали. Думаешь? Уверен. Откуда? Ну, давай определяться. Вот это, последний. Амазонку не надо тебе, значит, да? Что она красивая, будет ходить в очках. А если некрасивая, то посмотри, какие большие очки, пол лица закрыты, и классно. Еды нет, там ничего, она в очках. И спички. Да, заболел, но я просто самого нету. Мам, очки мои надели. Знаешь, это как в школе дают уголь от всех болезней, а на острове, вот тебе спичка от всех болезней. Сломал ногу, дай тебе спичку. Или наоборот, поджечь, и там же тоже уголь останется. Ешь, ешь, спичку, жри. Значит, какой? Седьмой. Седьмой номер, да? Это окончательно, да? 100%. 100%. Ну, тогда под ваши аплодисменты. Как тебя зовут? Кристина, это Сергей. Будьте знакомы. Скажи мне, пожалуйста, зачем тебе очки на необитаемом острове? Ну там же солнце вдруг заслепит. Мне так три вещи сказали. Ну пусть будет третья. Спички взяла, нож взяла, пусть третья вот это. Аптечку тоже нужно было взять. Но, видишь, Сергею не понравилось очки. Хотел сказать, единственном числе. Ну, спасибо, Кристина, спасибо большое. Присаживайся в зал. А мы потихонечку подходим к следующему раунду. Друзья, поаплодируйте. А еще раз поаплодируйте. Я просто, извините, на это ухо глухой. Еще раз, пожалуйста. Девятый раунд. Поцелуй. Ну, так.
Там, как ты понимаешь, осталось две принцессы, которые согласны тебя зацеловать везде. Но такого не будет. Да. И поэтому мы тебе сейчас завяжем глаза. Глаза. Завязывай уже. Послушай, это не глухой. А, ему. Ему взяли. И сюда спустится наша замечательная... Затянул-то как! Наша замечательная... Давай, доряжу и тебя встречай. Давай. Наша... Да. Аплодисменты! Счастья!
познакомимся сначала с девушкой, которую ты... Боюсь, молодышь вообще. Я тоже хочу. Так вот, давай познакомимся с участницей, которая, к сожалению, выбыла. Привет. Которую, так сказать, продинамили. Динамо! Продинамили девушку. Не стыдно? Нет. Нет. Выбора не было вообще. Выбора не было. Но 10 девок стояло, выбора у него не было. Вообще выбора никакого. Ну что ж, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты провожаем. Екатерина Музыка! И давайте познакомимся с победительницей. С той, которая смогла растопить лед в твоем сердце. Нет. Вы слышали? А кто это? Надя. Сергей. Да уж. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к финальному конкурсу, десятому, романтический ужин, задай ей вопрос. Тихо. Задай ей вопрос. Согласна ли она пойти с тобой на романтический ужин? В зале тишина. Тишина в зале. Согласна? Нежно спроси, дурак! Музыка! Она согласна. Аплодисменты! Замечательно! Это и был конкурс. Это только проверяем уже тебя, согласна ли она будет пройти с тобой на романтический ужин. Ну что, дорогие друзья, я думаю, может, их уже отпустим, да? Пускай идут трапезничаются. Голодные, устали. Да, полтора часа, девушка. Уходите. А знаешь, куда ходить? В ресторан, правильно. Пока за кулисы, друзья. Подбурные! Ваши бурные аплодисменты. Как-то так. Да. Но главное, что все сбылось, что все получилось, что дама согласилась. Что каждый нашел свою вторую половину. Дорогие друзья, поздравляем вас с прекрасным праздником 14 февраля. До новых встреч. Любите друг друга. Закрывайте кулисы. Спасибо.